шоколада, зажигалка, улыбка. Джага, джага, пина колада, какая бутылка. Я тебе дам, подпишись на мой инстаграм. Я объездил много стран, люблю сумасшедших дам. Без сахара, без льда, без эффектов и фильтров. Трезвая голова, не на номерах транзитных. Без сахара, без льда, без эффектов и фильтров. Среди грязных туз у нас флирт элитный. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Алло, ребята, здравствуйте, всем привет, всем здравствуйте, всем привет, всем здравствуйте, как говорится, блядь, как меня не заждались, блядь, как меня не ждут, блядь, ну, три стрима подряд, три дня подряд стримы, блядь, я не знаю, это мне кажется вообще охуеть, три дня подряд стримлю, блядь, это мой рекорд, наверное, хоть за последние полгода, блядь, короче, чё я говорю? Уже похудел? Не, это просто ракурс, может, такой, короче, рассказываю, блядь, я вам уже долго пизжу то, что, блядь, я все-таки пойду в зал, блядь. И каждый раз, нахуй, на прошлой стриме говорил вам то, что я пойду в зал, запишусь, блядь. И, короче, рассказываю, вчера я пошел в зал. Я хотел пойти в зал позаниматься, блядь. По итогу я прихожу в зал. Я думал вечером, типа, освободился вечером, то убирался, то спал, блядь, какой-то хуйней занимался. Прихожу в зал. В зале говорят, блядь, а вы не можете сейчас взять пропуск? Потому что уже поздно. Нужно подождать вам. И по итогу я подумал, ладно, сегодня пойду, блядь. Сегодня, похуй, уйду оттуда, блядь. Но я все равно позанимаюсь спортом, блядь. По итогу я нашел одного человека, блядь, на одном сайте, посвященному фитнесу, на форуме, блядь. Не буду говорить, что за сайт, потому что это, блядь, все-таки пиар, а я все-таки дорогая персона, блядь. Поэтому я хочу сказать, блядь, как сказать? Я хочу все-таки сказать, ребят, то, что тренер придет через буквально пару минут. Он мне сказал, то, что он сейчас разбирается в подъездах. Я ему объяснил, скинул геопозицию, он сейчас подойдет, знает, как подняться. Поэтому я вам хочу сказать то, что, ребят, я сам понимаю сам на себе то, что спорт — это важная тема, потому что, блядь, я сегодня, знаете, я сегодня поспал всего лишь 2 часа, я сегодня уснул очень рано, я пытался восстановить режим, уснул в 11 часов вечера и проснулся в 2 часа ночи, блядь. Это все, что сегодня я спал. Я больше сегодня не спал. Да, еблан. Поэтому такие дела. Я решил все-таки заниматься спортом, потому что у меня все-таки есть фитнес-браслет. Кроссовки, напульсник, чтобы чувствовать свой пульс, наверное, я не знаю, для чего нужен. Поэтому да, ребят, остался с тренером, и мы начинаем. Похудел реально? Не похудел, я пока не взвешиваюсь пока что, блядь, до спорта я не взвешиваюсь. Я просто стараюсь нормально есть, блядь, не переусердствовать в питании, блядь, не переусердствовать в переедании, блядь. Я шел ради мухи. Ну, блядь, я сегодня с мухой реально, кстати, встретился. Муха нормальный чел, правда, вообще пиздец какой-то выебистый, блядь, странно себя не по понятиям ведет, блядь, достаточно выебистый, блядь. Я согласен, то, что, типа, это нечестно, блядь, приезжать сюда, блядь, говорить то, что ты, блядь, какой-то крутой, а я лох, блядь, просто по факту существования, блядь. Нахуя так делать, блядь? Сколько видишь, это секретная информация, и у женщины такое неприлично спрашивать, я считаю. Поэтому, да. Чё, ББ-бустер, а за что меня-то, блядь, так? Что я еще хотел сказать? Я купил себе некоторые принадлежности для спорта. Ну, они пока не дошли, они должны зайти завтра. Мне тренер скинул список, что нужно мне купить на будущее, чтобы уже заниматься самому дома. И посоветовал спортзал, недалеко отсюда находится. Правда, там очень дешево, как-то странно было, я не знаю почему. Но, типа, я обычно привык, что там 8-10 тысяч стоит абонемент в месяц, блядь. Да-да-да. Да, ребят, комуха, блядь, почему тут мухи, блядь? У меня есть электромухобойка, хотите, я вам покажу ее, блядь? Я думал, блядь, может, муха ебануть электромухобойкой, блядь? Пососи. А что такой грустный? Хуй сосал невкусный, блядь. Это, короче, электромухобойка, блядь. И муха, блядь, жесткая боится почему-то, я не знаю. Потому что не бьет, блядь, не знаю, очень странно.
Странная хуйня. Сейчас, мне кажется, этот чел пришел. Сейчас мне надо Моргенштерна вырубить. Бля, если бы ни разу в жизни не явился, я не знаю, бля, друг он какой-то... Ладно, сейчас. Бля, странно, мне кажется, что я встречаю его в парадной форме, бля. Что стрим будет. Осталось вам объяснить. Надеюсь, вы поняли. Сюда проходи, здесь рабочая зона. Да, вот здесь. Но я освободился немного, я диван подвинул, чтобы больше места было все-таки. Снимаете или че? Ну, это прямая трансляция. Я пытался вам объяснить то, что это как стрим. Ну, как. Ну, прямая трансляция, как на телевизоре. Сало. Я постарался. Я что к ним тоже буду общаться, хорошо? А это типа, я еще типа ищу кого-то детей или кого учу? Что-то ну, еще? Там дети и взрослые, это подростки. А, блядь. Да что, давай приступим, что, время, час. Час, типа, да, 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 да. Погнали, погнали, становись сюда. Погнали, сейчас. А могу курить, если что, время процесса? Не-не-не, нельзя. Можно последнюю тяжко сделать? Не-не-не, да-да-да, блядь. Вы не курите? Жестко, бля. Остановись, братишка. Остановись сюда. Так, давай сейчас проверим силу. Где же, ну? Покажи мускулы. Что там, есть что-нибудь? Есть что-нибудь? А мне не дотягивается. Я слабый, ебать. А мне дотягивается футболка. А? Не поднимается футболка выше. Поднимается? Так, давай, короче, планку сделаем. Проверим силы. Сейчас, я могу так вот сделать сейчас. Сейчас просто, чтобы нас слышали. Просто там техника не позволяет так далеко, слышите, подальше. Понял. Так, смотри, сейчас мы будем делать планку, за мной повторяем. Садимся вот так, на протяжении этой времени посмотрим силу. А планка что, так вот становится, да? Нет, планка вот эта нахуй. Извините, давай. Что у меня чего-то. Сюда, давай, становись, сейчас проверим. Становись вот так, не поднимаемся, 3, 2, 1, пошел. Ниже, ты че? Жопу убери. Жопу, ты что, тверкаешь? Что? Не-не, давай нормально, ты что? Не-не, вот. Встал вот так, держишь. Держи, бля. Держи, бля, руки ровнее. Спину. Вот так, можешь спину? Вот. Вот так. У меня сколиоз, я не могу. Ровнее, силу меряем. Давай, 3, 2, 1, пошел. А пока, короче, держи, померяем сейчас. Не надо так играться со мной, пожалуйста. Нихуя моя. Становись. Ноги болят уже. Держим. Все, ладно. Слабак. Давай, короче, приступим сразу к тяге. На пол. А? На пол! Что значит? На пол. Лечь? Да. Отжимание. 3, 2, 1. Не-не-не. Подожди, что это такое? Ноги прямо. Прямо. Ровнее ноги. Ровнее. Не могу я так отжиматься. Я только ровнее. Сейчас пока посмотрю. У тебя питание какое? Ой, ебаный рот. Говном питаешься. Это кофе. Так, все, ровнее спину. Не ложимся, блядь. Будешь ложиться нахуй на кого-нибудь другого. Не-не, встаем, подъем. Палку держим. Планку, ровнее. Держим. Нормально. Не понял. Встаем, подъем. Уронил случайно. Как вот этот, блядь, этот, как его нахуй? Блядь. Не держишь нахуй. Тактильный? Ладно, давай с разминки начнем. Погнали. Давай, встаем. Не понял, ты что? А я проверял микрофон, работает или нет. Все, погнали. Да. Встаем, разминочка. Руки вместе. 3, 2, 1.
Три. За мной повторяем. Три, два, один. Начали. Держимся, держимся, держимся. Держись. На позиции также держись. На исходную, на исходную, на исход. Две руки вперед. Как будто трогаешь. Поверни сюда направо. Переворот направо. Не-не. Блядь, нахуй. Вот. Оп. Оп. Три, два, один. Это не тикток, нахуй. Так? Не понял. Давай. Не играйтесь так. Я не играюсь, это, блядь, смотри, вместе. Три, два, один, туда. Три, два, один, назад. Вперед, блядь. А, назад. В это влево называется. Все, ладно. Так, проверим растяжку. На шпагат умеешь садиться? На поперечный только. Давай вместе на шпагат. Проверим растяжку ног. Давай растягивай ноги. Три, два, один. На максимум. Давай, давай, давай. Держи, я буду тебя поднимать. Не упадать, не падать, не падать нам. Подъем, подъем. Ровнее, ровнее. Давайте, я буду помогать. Давай, давай. Держись, держись. Так. Ноги ровно. Ноги ровно. Что вы делаете? Зачем? Нет, это, я говорю, ноги косо держит, нахуй. Нормально, нормально. Палку бери. Засовывай. Держи напрямую. Слабак, нахуй. Ой, ладно. Велосипед есть дома? На там внизу. Нет, сейчас будет. Ложимся. Ложимся. Ноги вытянули. Сейчас на велосипеде. Три, два, один. Куда едем? Домой. Едем, 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 едем. Не отпускаем ноги. Три, два, один, ноги. Едем. Куда? Куда гонишь? Давай, 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 давай. Гони, 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 блядь. Оп, 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 оп. Подъем. Подъем, подъем. Подъем. Фу, давай, здесь кружок бегай. Да, ты немного отдохнул. Кружки, нормальный бег. Руки. Блядь, что? Что, ссышь бутылку, нахуй? Что? Бегай, бегай, бегай. Еще один круг. Блядь, а че нахуй? Все, давай сюда, сюда, на место, на место. На место. Теперь занимаем позицию, мостик. Руки на пол. Руки на пол. Попу вверх. Мост. Три, два, один. Спину ровнее держи. Давай мост будет. Мостик. Три, два, один, мостик. Мостик. Ну. Мостик. Не-не-не, мостик, все. Что? У вас лук с собой. Тренировочный лук. Теперь ты, давай. Натягивай, рука должна быть, мышца. Натягивай. Чего у вас одышка такая? Это не одышка, это я дышу, блядь, воздухом, а ты... Хорошо сказали. Это что, кто смотрит? Не понял, ключ. Давай, натягивай, натягивай. Натягивай, натягивай. Натягивай, давай. Давай! Ну! Охуеть, блядь, ты еще и косой? Ебать! Ладно, давай, ладно, лук убирай, ты зря игрушка. Давай перейдем к колесу. Ой. Колесу, колесу, давай перейдем. Берешь колесо. Че? Там чтоб носить. А. Берешь колесо и раскатываешь тесто. Ставишь. Раз. 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 Раз.
Тесто. Тесто. Тесто, 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 давай. Тесто, 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 миси. Блядь, нахуй, тесто внизу, нахуй. Ой, ударился. Стой, 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 не поднимайся, давай. Виси, виси. Блядь, как тебе твою спину держать? Равней, миси тесто. Тесто, миси. Интенсивней. 3, 2, 1. 3. Подъем. Подъем, все. Прыгать любишь? Нет. А на члене? Давай, сейчас попрыгаем. Сейчас попрыгаем. Как бы тут все есть. А брат, знаете, я вам говорил вроде про пожертвования, донаты. Это когда люди сумму года донатят. А-а-а. И вот человек донатил 100 рублей и написал: выгоняй нахуй у ебана пузатого, он чмо ебаное, и ебут его мать всем селом. Я забанил этого человека. Неправильно так писать все-таки. Пусть придет нахуй на тренировку. Приходи. Пошел на тренировку, ебаный ты чмо. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Пусть попрыгает, блядь, на мне, нахуй, на моем пузе. Смотри, батут. Что делаем? Показываем. Берем. Берем. Поза. Поза. Погнал. Сколько Христи? Сними, сними. Это вашу? Это мой, да, я с собой несу. Тяжело вам было? Нет. Ну ты тяжелый, блядь. Если будет еще тренировки, то. Я туда кинул просто. Давай, поза, поза. 3, 2. Не понял. Назад убирай. Руки, поза. 3, 2, 1. Прыгай, прыгай. Лысый пирожок. Что за хуйня? Другое, стоп! Стоп. Стоим, стоим вместе, вместе. Ой-ой-ой. Вместе стоим. Да-да-да. Вместе стоим. Я спущусь, пожалуй. Покажу тебе новое. 200 килограмм, мне кажется. Опускаемся вниз. Опускаемся вниз. Руки захватываем. Лягушка. Лягушка, 3, 2, 1, пошел! В порядке можно дать? Да нормально, ты что? Нахуй, думаешь, я первый раз падаю? Лягушка! Ноги, руки сюда обматываем. Приседаем. Ноги, 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 ноги. Лягушка, 3, 2, 1. Если дети смотрят, здоровье. Ты бы как будто на члене прыгаешь. Нормально, прыгай. Болит что-то или что? Я устал просто чуть. Все, слезай, слезай. Все, слезай, я... слезай, слезай, слезай. Слезай. Ага. Что-то у меня звуки странные. Я так просто, чтобы... Мне же жарко. Что там твои детишки или что там пишут? Прочитай, не пойди где. Иди читать. Пишут. Ебал в рот врага этого ебаного барана. Красной футболки. Какая-то розовая. Красная. Ты еще слепой? Ну да, здесь красной нет, поэтому это не про вас. Так.
Погнали, погнали, сейчас будет шарик. А вот это можете делать, вот такой трюк? Какой? Охуеть. Не знали, что так можно? Давай. Попробуйте. Амплитуды больше, блядь, добавь. Амплитуды больше, блядь. Мое упражнение нормально, выполняй его, блядь. Ну. Ты учитель, сейчас... блядь, научился нахуй. У кого учился, блядь, учитель нахуй, учеников, блядь. Ты мне? Тебе, блядь. Давай, борьбу сделаем. Да, это шутка была. Я это прочитал там. Забейте. Испугался. Да забей, тренер. Испугался? Да забейте, тренер. Да это не про вас было сейчас. Ну так что? Ну так что было у нас дальше? Вот тебе шарик, показываю. Садимся. Ты. Пошел. Давай, 3, 2, 1, прыжки. Что за звуки? Да, блядь, мне жарко нахуй, я потный весь. Разденься. Не. Что с тобой? Радостно. Спорта же сели, я смеюсь. Сильнее. Ты ему что ли? Да. Не обижает. Да он подставил меня, блядь. Склизко на улице нахуй меня, блядь. Подставляет, блядь. Новое упражнение. Шар в руки берем. А долго еще упражнение будет? Не плачешь. Хочешь да еще устал, 2 часа еще? Передохнуть? Да. Сейчас. Я подышать быстро. А что ты в окно пошел? Да я подышать. А, подышать? А я думаю, что там? Вы, кстати, тренер, вы знаете упражнение на этом? У меня вот из своего, что есть, это этот фитнес, этот для йоги. Йогу знаете? Как по йоге привет будет? Пошел ты нахуй, блядь. Я приколов не понимаю, что. Или ты не мне? Не, это язык такой просто. Так, коврик ложим. Я просто купил, а не занимался даже на нем почти один раз там. Поможет. Убрал! Соску убрал. Соска всегда здесь сечет. Остановимся. Разминаем спину. Смотри. Да. Сейчас, можете подождать, сейчас сфоткаю, чтобы на будущее у меня было. Ты упражнение фоткаешь? Да. Я сейчас фоткаю с нормального ракурса. Угу, все нормально. Повторяй. Пошел, блядь, уже палка гоняет. Ты не гоняй там. Прими спину. Нет. Руки вытяну сюда. Руки. Да ебать. Руки вытяну. Давай. Так? Наклон сделай. Нет, наклон. На. Руки прими. Все. Сейчас стоим так. Стоим. Ты что, обосрался? Нет. Воняет нахуй. Ладно, встаем. Носки. Блядь, твоя еда нахуй, не выносишь мусор. Носки ебаные, в жопу нахуй. Блядь. Фу, ну дальше что? Подъем, пошли. Сейчас будем прыгать к солнцу. Встаем вместе сюда. Я знаю, как прыгать к солнцу. За мной. Повторяем. Позиция. Ага. 3, 2, встал.
Встал. Встал. Встал. Прими. 3, 2, 1. Я прыгал же. Вы сами не сказали мне отойти. Я случайно. О, давай. Сильнее руки, 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 сильнее. Тебе ноги нужно раздвигать, что ли? Давай, прыгай. Не-не-не, ты прыгай. Ноги раздвигай. Давай, давай, давай. Куда? Остановись. Остановись. Но повязку, блядь, одел. Большие боссы дохуя. Бороться хочешь? Я, ладно, шутил. Мне всегда пошутил же. Я же пошутил, ты че? Что не смешно, нахуй. Да тебе понятно. С таким ебло мне тоже грустно было, блядь. Так, что там? Че пишет там? Ты же блогер. Ну, пишут... Круто есть понятие в трюке, вы самый крутой клоун из всех, которые я видел. Вы что, не понял, смешно? Ха-ха-ха. Забавно сказали, правда. Но это не про вас же. Чего вы обижаетесь-то? Я не обижаюсь. Но это ж не про вас. Чего? Я не обижаюсь, делаю выводы. Тогда да. Так, ладно. Понял. Да это муха была, блядь, ебалась пузово, вы что не видели? Ебаная муха, толстая, становись, сука. Становись, ебаная толстая становись, муха. Становись, становись, на позицию. Ну-ну-ну. На позицию становись. Ну-ну-ну. Становись, становись. Сильнее, 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 становись. Будем вместе позу делать. Становись. Все, так встал. Ой, у меня подсказка, во-первых. Не выдержала спина, это слишком сложно для меня. А чем вам эта палка нужна, кстати? Это вот, блядь, чтоб нахуй слушался. А что она делает? А чего ты боитесь палки обычно? Это ж просто палка. Я же вам ничего не сделал, просто взял палку. На, держите, если хотите. Нет. Сейчас новое упражнение называется «Отбей, блядь». Что значит? Будем проверять тебя на меткость. Целюсь в глаз. 3, 2. Косой еблан. Ты про стрелу? А? Ты про стрелу или что? Про стрельбу вашу. Про стрельбу. Давай, стреляй ты. Это попадло, сука. Ладно, я шучу, я шучу. Братишка, извини. Братик, прости, пожалуйста, на, держи. А как, кстати, обращаться помогу, а то я знаю, что вас зовут всегда на фитнес-клубе, всегда зовут. Меня Чингисхан зовут. Не, вас вы просто зовут всегда уебан этот беспомощный. Я я Чингисхан. Не, мне рассказывали историю один раз, что вас в клуб наняли, потому что вы постоянно там находились, вы там обживали, иногда просто ложились нахуй на беговую доску, блядь, вас включали, вы нахуй падали, вас зажевывали. Нет, это не... Расскажите это своему ресепшену, блядь. Это не я говорил, это говорил не я. Да это не я говорил, хоть мне пить, блядь. Все. Тебе это нормально говоришь? Да все, успокойся, блядь. Можно этот фидбэк дай про тренировку? Ну, вот это просто, чтобы дети тоже пришли, там, вот это, звали. А. Нормально, как расскажи просто. Ну, просто, пока не закончилось, просто нормально все было. Да, нормально, только тренер ваш, блядь. Какой ваш? Ну, ваш, правильно, то что, будешь же вашим? Вы же будете тренировать? Да. Но, говорю, тренер ваш пиздец, какой четкий мужик, блядь. Хорош. Дай бог он нахуй жил до 100 лет, блядь. Хорош, хорош. Сука. Хорош. Просто полный, блядь. Просто полный нахуй. Уебал, блядь. Давай, уровень поднимаем. Дуру поднимаем, блядь. Уровень поднимаем. Вставай. На эту и прыгай на это здесь. Отодвинем твой этот красный, блядь, дилдо. Называется двойной. Ровнее, на нем прям, на нем прыгай. Да-да-да.
На нем прыгай, на нем. Ну прыгай, прыгай. Все, хватит. Я не устал еще, кстати. Да, я покажу, как нормально делать. Дай мою. Да, садись, я подержу. Не, дай этот. А? Не-не-не. Сломалось. Ходить будем. Да давайте я подержу, я подержать не могу. Я могу подержать, давайте. Кстати, нет, вы можете сесть нормально, чтобы не падать, давайте. Тренер случайно на зоне не сидел. Помню я одного соседа Долбаева. Блять. А, сейчас пришло какое-то пожертвование какое-то пришло. Подождите, пожалуйста. Ебать, сейчас. Сейчас. Сейчас пообосру тут толчок, блядь. Ну там приходит справа. А, сейчас проверю донат. Как вам вообще? Алина Свечара ебаная. Это, ну да, это типа один из гопников таких. Что там? А, ничего. Сама. Давай, берем это упражнение. Опять одно, ты заебала на меня. Да. Садимся сюда. Вот так. Бывает, нога сильная, блядь. Мышцы, блядь, и прыгают. И катаем нахуй. Че жжешь, блядь, не дезинцируй, что нахуй. Ну и блядь. Давай, 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 крути, крути. Че? Крути, крути педали, блядь. Крути педали, педали, блядь. А можете вот так вот? Вы знаете, что можно на ноги становиться? Можете я поддержать Астаса на вот этой кучу? Как в цирке, прям, давай. Не, ну можно обнять вас? Плечи. Нет, подойдите поближе. Вы поближе подойдите. Вперед, пошли. А я не могу ноги крутить. Назад. Ай, блядь, больно мне плоскостопие, я забыл, блядь. У меня нога плоская, не могу такие трюки выполнять. Ничего, выпрямим. Давай, есть упражнение. На пол садимся. Если выпрямить, дай пол. Да. А покажи еще садимся. Раз упражнение. Где ой, спину да, нужно да. Прогибать, я не поняла немного. Че было? Че там у тебя звуки? Да там что-то было, блядь. Не понял. А покажи еще раз упражнение, где спину нужно прогибать, я что-то не поняла немного. Еще раз можете спину показать, где ноги там выпрямлять? Что за дела вообще? Как вы относитесь к энергетике? Меня просто часто пьют, а вредно нет. Да. Попробую. А? Не, я попробую. Да вам это хуёво не пробуйте. Не, ну вкусно, но если я лучше сам выпью. Пока тренировочка. Кто там просил? Девочка там задонатила. Спину ровни. Раз. Раз. Можете статику сделать, чтобы вы на месте были? Тянем, держим. 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 Не понял. А? Да ветер, блядь, гуляет дома. У меня же квартира большая все-таки. Это ветерок. Давай руки разомнем. Вот так делай, как гоблин сотню нахуй. Хочешь? Так делай. Какой палик тебе разогнать руки нахуй? Давай. 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 Нет, руки быстрее попью немного так. Давай, руки так делай. И неожиданный нахуй. Давай, ждал, давай, руки так делай. Разминаем силу. Пошел нахуй. Ой, что ты пизду, блядь.
сейчас тебя напнем, блядь. На место, нахуй, черт, на место прыгай. На место, нахуй, гандон. На место сядь, блядь. Чепуха, блядь. Ты? Да хуя вы ёбаешься, блядь. Сядь, нахуй, тебе говорю. Нормально сядь, блядь. На жопу, нахуй. Ты, блядь, где работаешь, нахуй? Какие ты деньги берешь, блядь, за эти занятия, нахуй? У тебя писечка, блядь, вместо писечка, блядь. Алло, дура. Пузо втянул, блядь. Кабанчик, нахуй, у нас разожрался, блядь. Подлетно, подлетно, нахуй. Летом надо будет выголеть, нахуй. С широким торсом, блядь, с плечами, нахуй. Ты чё, блядь, алё? Первый раз тренирую. Чё? Первый раз тренирую. А нахуй мне тебя посоветовали, чмо, блядь? Так. Ты знаешь, по чем я занимался, нахуй? Я кандидат спорта по единоборствам, нахуй. По каким, блядь, по единым, блядь, борствам, сука. Я для опыта. Блядь. Ну 5000 рублей немного же за час. Хуяли, блядь! Ну раз. Я сказал, 5000 берет, ты обидишься, блядь, дура. Нахуй на руки, ну падай, блядь. Так вот. В позу, блядь. В стойку встал, блядь. 5000 заплатите? Лысый, блядь. 5000 заплатите? Лысый, блядь. Что это, блядь? Чё это за хуйня, блядь? Я не про позу, про трусы. Что у тебя, блядь, на трусах, блядь? Что это нахуй? За рюшечки, блядь. Ты чё, ёбнулся? Да не трусы. А что это? Стринги. Блядь, я вообще ебать. Знаешь, блядь, я стрим запустил, нахуй, ты не только, блядь, себя позорил, ты меня позорил, блядь, и людям надежду лишней дал, блядь, сказал, что ты спортсмен, блядь, они тебя поняли, нахуй, еще что-то, блядь, они тебе поверили, блядь, смотрели, записывал кто-то, блядь, позвал маму, сказал, мама, блядь, посмотри, у нас здесь мастер, блядь, кандидат спорта, блядь, тебе, можно я покажу, что ты еще принес? А нахуй спрашивать, это ж чмо, блядь? Да не, я сейчас пойду уже, не буду. Принес, блядь. Смотрите, что принес, нахуй. Смотрите, нахуй. Это мой конь. Какой конь, нахуй, алабай, блядь. Он приехал, нахуй. Алабай ебаный, нахуй. Это лучше, чем нахуе, блядь. Ты что имел в виду в этом, блядь? Ну вот. А конь-то мой теперь. А хуй. Смирение, нахуй. Смирение, блядь. Охота, блядь, на мамонта, блядь, крупно рогатый скот. Заплатишь мне? Заплатишь? Дура, блядь. Кто? Вот ты, блядь, дура, нахуй. Ты про маму? Нельзя так. Что ты сказал? Что ты сказал? Он? Он, нахуй. Он? А теперь вышить. Кто прав в этой ситуации? А кто не прав? Может быть? Предлагаю в честь дружеского примирения споем. Споем. Давайте акапелли. Акапелли. Я буду вам бит, а вы мне песню. Давайте. Давай. Какую песню? Да похуй, бит ебаш, я любой могу. Давай. Выйду поле я с конем. Ночкой тихо-тихо пойдем, мы идем с конем, по полю вдвоем, мы пойдем с конем, по. Давай теперь ты, теперь мой бит. Ты мне BPM задай, блядь, дура. Сейчас еще один раз, сейчас еще один. На него дал бы я бы на работу, он не смог меня. Пошел нахуй, блядь, с того дома. Я нахуй вообще, блядь, что-то шучу, блядь. Иди в пизду, блядь. HDQ забери свою, блядь. Да мне похуй, сейчас и сам. Нахуй ты у двери стоишь, ты что, ебанулся? Нахуй ты сейчас крадешься ко мне? Чего именно здесь, как? А что?
что мне здесь? 10к забыл. Отдай, блядь, за 10к. Отдай, нахуй, 10к мне. Где? У тебя, покажи трусы. Трусы снимай. Здесь. Трусы снимай. Трусы снимай. Отдай, блядь. Сука, чертила, блядь, ебучий. Все, здесь закончилось, блядь. Съебись, нахуй, с манатками, блядь. Все, блядь, доигрались нахуй. Ой, блядь. Ребят, блядь, главная суть этого, блядь, знаете что? Главная суть этого всего заключается в чем, блядь? Что я инстасамка, блядь. И когда ко мне приходят, блядь, я прогоняю. Потому что мне не нравится, как работают люди. Люди, блядь, как говорится, нахуй. Как говорится, нахуй. Не доверяй долбоебу, блядь, мужскую работу, блядь. Это не помню, кстати, кто сказал. Кто-то сказал, блядь, в общем. Не доверяй долбоебу мужскую работу, блядь. Поэтому такие дела, блядь. Я что хочу сказать. Это окно светит, блядь, что это за хуйня, блядь. Что за папарацци, блядь. Поэтому, блядь, я не знаю, я напишу, блядь, какое-то заявление, нахуй, на это, блядь, может собрать какую-то, профсоюзную петицию, блядь, на этот, как называется, на этого тренера, блядь, на этот спортзал ебучий. Потому что, блядь, я, нахуй, как топ-1 стример Твича, блядь, не буду это терпеть. Я не буду это терпеть, это просто непозволительно, а зачем мне это терпеть? М? Потому что я не знаю, как я могу нормально это реагировать, как я могу нормально с этим смиряться, потому что, блядь, в первую очередь поставлено на мое здоровье, на деньги-то плевать. Тут, блядь, стоит моя воля, нахуй, мое желание, я переборол себя, блядь, и по итогу мне, блядь, такой тренер, нахуй, подает. Я думаю, что это, блядь? Ну как это можно осознать нормально, блядь? Я не пойму. Что это за пиздец? Как? И главное, не как, я понял, если бы я что-то сделал неправильно. Но тут-то, блядь, я прав. Делаешь, блядь, алё нахуй. Не сау, блядь. Всё, давай! Долбоёб! Стоит такой, что там, блядь? Это долбоёб, блядь. Ребята, блядь, это великая, это великий, блядь, это, не, ой, блядь, это великая режиссерская работа, я так считаю. Большевская, да? А? Я не знаю, как так нахуй попал, я охуел. Ты мне, блядь, в ебучку целишься. Ребята, это постановочная работа, блядь, это все, блядь, эпизоды. Ребят, кто поверил, ребят, не обижайтесь, это все постановочное. Мы просто так два актера, как говорится, мы просто всего лишь два друга актера, которые просто шутят и умеют хорошо-то пошутить, как говорится. Ха-ха, блядь, дохуя. Че? Тебе понравилось тебе, блядь? Тебе? А тебе? А тебе? А я первый спросил. А ты первый ответь, значит. Нормально. Пиздец, блядь. А ты мухобойка, ты в курсе, блядь, вообще? Ой, блядь. А. Все, короче. Короче, ребят. И знаете что? Мы сегодня ходили с Мухой, покупали эту всю хуйню. Я знаете что придумал, блядь? Как я, мы купили вот этот вот батут ебучий. За Мухой не видно, но похуй. Мы купили вот этот ебаный батут. И я подумал, так как у меня большая хата, хули бы мне не поставить дома большой батут, блядь. Я что-то взбрел в голову и думаю, ну стоит это на 1030. Там я стрелял 30 тысяч, стоит батут дома нормальный такой, типа. А, знаете, который в Америке на задних домах ставится, блядь. Я подумал, блядь, а почему бы не въебать дома батут, нахуй? Ну это ж пиздец будет, такой худейший кто не занимался, поэтому я заранее бронирую, блядь, я на этой, нет, либо на этой неделе, блядь. Нахуй ты цокаешь, блядь, алё. Блядь, заебал нахуй, вечно недовольный, блядь. Поэтому да, ребят,
Бассейн, дома бассейн, нет, опасно. Как мне воду сливать, блядь? Я боюсь. В туалет. Может, бассейн с колой? Не-не-не-не. В туалет сливать, блядь, бассейн? Да нет, там, блядь, там пару... бедрами сливает, ходит, наливает. Нет, ну я просто взял это, знаешь, шланг, блядь. Вы в туалет или ну, в окно. Ну так, нальёшь, да. Но, блядь, бассейн не хочу, блядь. Дома... Блядь, можно дома разную хуйню. Жалко, что арендодатель смотрит мои стримы иногда. Да? Ну да, она так иногда заходит, блядь. Ну, не, просто... Поэтому главное, чтобы не было проблем, блядь. Ой, блядь, извините. Короче, да, у Мухи сейчас будет стрим, сейчас я уже сейчас буду вырубать, поэтому сейчас запустит Муха. Или как по-английски говорится, блядь, the fly, нахуй. На казахском Муха шабын. Не, fly на казахском. Fly, ну типа, fly, это Муха. Fly? Да, давай вместе пилим, давай, раз, два, три. Давай, подожди. Давай, раз, два, три. У меня нет ничего, блядь. У меня так чуть-чуть пупочка побурлила, блядь. Чуть-чуть опустил, блядь. Хуйня. Блядь. Блядь, у меня зацепится? На голову. Бля, так пукнул грязно прям, фу. Бля, ебать нахуй, ты, блядь, как будто жрёшь говно. Пукаешь говном. Фу, блядь. Ладно, извини. Короче, все, я сейчас даю, сейчас, я могу ОБС запустить или нет, сейчас, или мне сразу... Сука. Ебать ты, блядь, ебанул ты, блядь, ебать ты, ебанул. Жо, привет, ответь в Инстаграме, ну сейчас, Алсионик. Ответьте, как, говно было или нет, или так, немного забавно, блядь, даже, может, где-то не было, где-то было бы ха-ха, блядь. Ну они как всегда долбоебы, блядь. Они нахуй вечно недовольные всем, блядь. Я нахуй не пойму. То им, блядь, одно, то другое, блядь. Кто пишет хуйня, у вас мама хуйня, блядь. Я для вашей мамы, блядь, сегодня приготовил, блядь, один подарок, нахуй, долбоебы, блядь. Кто меня оскорбляет? Кто меня оскорбляет? Тот меня презирает, тот меня ненавидит. Я хочу вам сказать одно, блядь. За вашей мамой я приду, блядь. И приду... Скоро, нахуй, поэтому, блядь, не выебывайтесь, иначе некому будут цветочки приносить, суки вы ебаные, нахуй, хейтеры, блядь, ебаные, нахуй, чмошки вы ебаные, блядь. Ты против хейтеров? Чё ты говорил? Синяк, блядь, ты понимаешь? У тебя синяк, блядь, чел. Она в жизни еще ярче. Да? Да, я не шучу. А чё? Сейчас, дай сфоткаю. Чё, блядь? Дай сфоткаю. Ну не, не строй ебалик, серьезно, ебалик, если что. А чё? Бля, похож на это, блядь, на горку. Ты похож на, бля, Покажи, блядь, через телефон, блядь, пиздец. Да, с телефоном очень жестко сейчас. Да, блядь, здесь и фотка, блядь. Муха. Сука, блядь. Блядь, а чё, это типа засоса, нахуй? Меня, блядь, стрела засосала, получается. Сейчас ничего, сейчас в этот раз не спалю, блядь. Мне в этот раз ничего нет, блядь. Слава богу. Блин, секси. Посмотрите в жизни, какая яркая хуйня, это вообще пиздец, он ебанутый. Блядь. Сейчас, и вот эта фотография у меня еще есть. Ебать, нахуй, это кто? Ебать, это хороший, блядь, ракурс был. Короче, все. Мне сначала что, открывать ОБС или потом? А я сейчас сам сделаю, похуй. Да, сейчас, а как, Мухан Джан, правильно? А? Да. Мухан Джейн. Все, блядь, короче, эта хуйня пройдет, блядь? Все, короче, заходите на Red Мухи, мы еще, если ты можешь сидеть, там разговорный стрим будет, либо что-то придумали, поугараем, короче, либо будем петь. Заходите туда, там продолжим. Всем спасибо, всем пока! Давай.